Такой лаваш тостер, в общем. Ну-ка, ручка сломалась. Из-за этого получается пружина не прижимается, в общем. Гидравлика некорректно работает. Сейчас будем делать ручку. Получается, упора что ли нету? Как? В общем, вот видите, геометрия. Как холодец геометрию. В общем, можно было бы приварить ручку, но она не металлическая вроде бы. И такой вот для лайфхак. Обычную пластиковую трубку сейчас наденем. Вот такую капроновую трубу. Диаметр 15. Самый маленький. Не 15, да? Вообще-то 15 они вроде бы. 20, да? Ну, 20 наружный диаметр. Ну вот он наружный, их обобщают. Может, 20-то, не знаю. Я не сантехник, наверное. И все, сейчас этот кусок сюда наденем. Ты же можешь грамотно ворошать. Ну, 20-ка, 15-я или 20-я. Короче, 20-я. 20-я? Ножик возьми и стукни. Некогда. Сейчас, в общем, обрезаем этот кусок, одеваем туда. Если болтаться будет внутрь, да, зальем герметик. Расширилась по полу. Вот так все вышло. Ну, оно, видите, туда-сюда ездит. Сейчас, чтобы она не уезжала, тут хомут пластиковый зацепим, и там хомут пластика, чтобы туда-сюда, вправо-лево не ездила. Все.